два места по результатам короткой программы у него окажется еще ниже, так как впереди выступление двух спортсменов, двух японцев, и первый из них это Кейджи Танака. Как я уже говорил, серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира среди юниоров. 17 лет Кейджи. Тренирует его Утака Нагамицу и Юсуки Хаяши. В этом сезоне лучший результат в короткой программе у него 64,65 балла. Хорошо начинает Кейджи свою короткую программу тройным акселем. Но, к сожалению, не удается ему каскад. 3-3 он исполнил только 2-2. Тройной луч шагов исполнен чисто. Хорошая позиция в либеле. Прыжок волчок. Практически без смещения. Тоже эмоциональный спортсмен. Я обратил внимание, вращение он выполняет аккуратно, но скорость выполнения вращения все-таки американцев и китайцев была повыше. Выше, да. Теряется скорость. Это тоже отмечается судьями, когда они выставляют оценки за качество исполнения элемента. Добротно откатал свою программу японец, без блеска, но без особых помарок. Ну, если учесть только что... Ну, не получилось у него не каскад. Получился каскад 3-3, да, мы знаем, что количество оборотов тоже влияет на повышение уровня и стоимости элемента. Вот на повторе мы как раз видели. Судя по тому, как короткая программа откатана в исполнении японского фигуриста... Очень сложно будет ему подтвердить прошлогоднее второе место. Потому как в соперниках у него очень хорошие фигуристы. И не просто хорошие фигуристы, а те, кто действительно катается на этом чемпионате мира очень хорошо. Да, безусловно. И Денис Тен, и Джошуа Феррис, и Янь Кань очень сильно откатали. Сложно будет с ними соперничать. Thank you.
если вы обратили внимание, в тот момент, когда катался Кейджи Танака, Алексей Урманов стоял и внимательно наблюдал. Да, наблюдал за прокатом соперника, этого спортсмена. Да. Все переживают, волнуются, безусловно. Кейджи Танака получает за короткую программу 57,70. Да, не удается ему подтвердить свой результат. 11 место по результатам короткой программы. И каскад, и вращение, в общем-то, достаточно много было моментов, которые... Наверное, я бы назвал вот это вот выступление в короткой программе даже провалом для этого сильного японского фигуриста.